Это самое имбовое открытие за все время. Всем привет! Меня зовут Сергей Кузьмин, и это очередной ролик на моем канале, ничего особенного. Просто сегодня нам разработчики вернули шута и юбилейные костюмы. И вообще, как бы, юбилейный кейс я не открывал. У меня много чего тут нет, шут мне упал еще в прошлый раз, когда он был, год назад, где-то плюс-минус. И будем смотреть, что из этого получится. Я закинул себе немножечко юсишек на аккаунт. Человек, который сидит без денег, закинул себе немножко юсишек на аккаунт. Ну да ладно. Мы сейчас перейдем в игру и пооткрываем, посмотрим, что падает, как падает и вообще падает ли. Потому что, ну, я смотрел уже несколько видео по этому кейсу и что-то как-то не особо меня порадовало то, что я увидел, но все-таки надо записать видео и посмотреть, что из этого получится. Поехали! Что же, мы вот уже на аккаунте. Я закинул себе 800 UC. И еще у нас тут добавили подарки за покупку. Сейчас мы их с удовольствием заберем. Вот они у нас тут. Два материальчика. Сюда иди. Полторашечка тоже на базу. Две медицинских эмблемы тоже. 300 UC-шек. Кайфом вообще. Части давай сразу открыть. Что там? Одна, окей. И 60 UC-шек тоже на базу. Итого у нас 10 008 UC на аккаунте. Поэтому мы переходим прям в кейсы, не думая. Я тут уже за 30, точнее, UC крутанул. Но вообще, блин, вот... Не выпадет она, конечно же, мне. 100% не выпадет. Но штука красивая, прям вообще, до жути. Вот этот шут у меня есть. Маски нет. Если бы маска выпала, было бы вообще кайф. Эмки шута тоже нет. Скорелька отсюда у меня есть. Вообще еще юмп вот этот хочу, потому что юмп имбовый. Юмп сразу же с килчатом и с ящиком. Ой, ли. Это вообще, это просто пушка. Так, у нас тут есть гаранты до 30 и гаранты на полтинник. Поэтому просто поехали. Чё у меня там, стоп. Надо посмотреть, пропуск отключен или нет. Пропуск не отключен. Всё. Значит, просто переходим в ящик годовщина. И ехала десяточку. Без пропуска. Первая пошла. Очень-очень интересно, что будет падать. Так. Ага, маска гарант. Окей. Маски такой не было, да? Да, маски не было. Все. Поехали следующую десяточку. Так, ящик падает. И... Маска шута! Сюда иди! Сковородка, сюда иди! Ну это гарант, рюкзак он был. Все, все. Маска шута! Есть, есть, есть! Все! Сет собрал! Ну, рюкзак шута был у меня еще с прошлого кейса. У меня было все из шута, кроме эмки и маски. Вторая десятка. Маска шута. Кайфуем. Дальше. Мне нравится уже. Вот в сравнении с теми, кого я смотрел, ну это прям имбовое открытие. Повторка сковородка. Так, тут вот что, красный нос. Юмп! Да ты гонишь, это... Да, просто сюда! Это... какая имба, как мне нравится! Я так ору, я боюсь, что сейчас соседи придут, короче, стучать начнут, потому что, ну, я в первый раз так на таких эмоциях просто что-то делаю в этой квартире, я не знаю, какая будет реакция у людей. Еще одна сковородка, еще юмп, которого не было, улучшаемый. Я его в тот раз не забрал. А-а-а. Так, что у нас там отправить, да. Еще десяточка и будет гарант. Давай Мираду по-братски. Мираду, Мираду, дай, дай, дай. Ем куста. В одной десятке. Юбилейный костюм. Блин, ну это, конечно, это прям...
Что у нас так? В гарантах у нас М-ка, скорелька, которая у меня есть, сковородка, которой нет, юмб уже упал, материалы и краска. Давай пусть... Не хочет. Остается у нас 7300, что-то я вышел из кейса. Ну и поехали дальше, следующую десятку. Ай, какая имба! Нет, не имба, это пустая десятка. Перехвалил. Нет, пабджик. Давай это, не расстраивай меня, пожалуйста. Ребята... Тут фул краски насыпало. Краски мне, кстати, надо. О, ну, уже краски норм нападало так. Поехали еще. Что у нас тут? Рюкзак. Блин, а, кстати, мне интересно, этот рюкзак был у меня или нет? А, этого рюкзака тоже не было. Ну ладно. Пополняем коллекцию легендарок. Насморк еще, блин, горло болит. На работе отключали отопление. Мифик, здравствуйте. Эмпошот! А еще и сковородка! Охренеть! Это самое имбовое открытие за все время. Мне и в прошлом шуте везло, мне упал костюм шута на вторую десятку. Ну это вообще это... мне все из шута насыпало в тот раз, кроме М-ки и маски. Сейчас мне упала М-ка и маска. Охренеть. Это супер имба. Так вот, у меня отключили отопление на работе. 4 дня я работал без отопления. У меня была температура, у меня насморк, кашель. Короче, состояние абсолютного какого-то трэша в моем организме. И чувствую себя отвратно на самом деле. Но надо делать, надо просто, надо забирать. Поехали, еще одну игран. Ох. Тут что у нас, молик? Окей, тут мотик. Интересно, это мотик был, который, или нет? Это же... А, не, этого мотика не было. Это двухместный, да? Да. Этого мотика не было. Нет. Ладно, поехали дальше. Это самое новое открытие. А, нужно гарант забрать, точно. Сейчас после этой заберем. Тут что у нас? Украшение уже упало. И юм, повторный плюс материал. Отлично. Так, забрать гарант. И еще один юм плюс материал. Сколько материалов у нас? Ледник будет ящик. Вот это кайф. У меня будет фуловый ледник. Поехали еще. Нам еще до гаранта, наверное, хватит один раз покрутить. Это самое имбовое открытие. Просто. Охренеть, блин. Ну это пустая. Не, все. Опять перехвалил. Не падает. Давай это. Справляйся, баб. Давай. Не расстраивай меня. Так, ну тут ППшка, серебро, что-то, дымки, краска, ну да ладно, поехали. Еще парочку надо до гаранта крутануть. Ящичек падает, и... Красный нос, ну не, а, тут рюкзак какой-то. Окей, рюкзак, аппетитная сладость, такого вроде не было. Окей, и еще одну до гаранта. Что упадет? Давай что-нибудь прикольное. Краска. Краска в серебро ППшка. Понимаю. Просто это что такое? Еще один материал. Да ты вообще. Еще один юб просто падает. Охренеть, блин. Ну еще получается, сколько у нас там? 30 есть. Открыть. Давай мы это дело, естественно. Естественно, мы это все и откроем сейчас.
Докидывать я не буду, у меня денег больше нет. У меня на карте 500 рублей осталось. Контент, он такой дорогой, блин. Поехали, еще одна. Падает ящичек. Эх, пустая. Поехали следующую. Ящичек. Пропуск, шмак, короче, вот так вот, смачно. Под конец. И ничего не упало. Ладно. Переходим мы в лабораторию, значит. Имеется что у нас? А имеется у нас уже 28 пушек. Системка шут. Охренеть. Эмочка шутецкий. Да ладно. Пацаны, поздравьте меня. Седьмой ледник. Седьмой ледник на базе. Как мне нравится теперь. Как мне нравится. Офигеть, сколько я всего выбил просто это. Ау! У меня давно такой сыпки не было вообще. Это просто что-то невероятное. Мне обычно не везет, ничего не падает. Все кубарем катится, а тут прям бац и на тебе. Надо это все дело обдумать. У меня седьмой ледник. Я полгода назад таком мечтать не мог, чтобы у меня был вообще ледник. А сейчас он у меня есть и седьмой. Правда, в это вбухано. Кстати, не особо много-то вбухано в это все дело. В сравнении с тем, как его раньше доставали и качали. Что там ребята тратили просто по 100 тысяч, чтобы его просто выбить. А потом еще на то, чтобы прокачать, уходило очень много времени. А тут я его выбил и прокачал. Ну сколько прошло там? Пару месяцев? С нуля до фула. Плюс у меня теперь еще есть темка шут. У меня есть теперь юмп юбилейный. Есть еще один юмп, который улучшаемый. Маска шута. Офигеть, все. Просто у меня фулл сет шута собранный. Ладно, что ж, ребятки, делайте выводы. Когда-то всем начинает вести. Хоть даже в предыдущие разы вообще ничего не сыпало. Поэтому я буду с вами прощаться. Всем удачки и пока. С вами был я, Серёжка Кузьмин.